Всем здорово были, друзья мои. Стою, курю, вот Владимир Иванович тянет. Здорово были. Что там у тебя? Водка, молоко, сахар. Ты что, водки взял опять? Не, не я. А кто? Человек. И что? Как оно? Ничего. Что человек-то? Окловку приготовил. Сделал? А, дай сигарету. 1000 рублей дашь? Да нету пока. А сколько есть? Вообще нисколько. Ни копейки. А там в Сбербанке тоже нету? Нет. У меня опять машина в ремонте. Да? Опять сломалась, видишь, никак мы не доедем никуда. Что купил-то, Владимир Иванович? Молока с сахаром взял. Сухарики взял поесть. Сухарики взял. Водки дали. Зачем? А? Ты что, болеешь, что ли? Не. А водка зачем? А он взял ее бутылку и мне отдал ее. И за кофе заплатил. И за хлеб. А. Завтра хлеб возьму. То есть пришлось взять в любом случае. А. За так, да? Пойдем ко мне. А что делать? А кнопки похлебаешь? Я жду машину сейчас. Должна приехать, за запчастями поеду. Тачка наебнулась опять. Вчера еще. Чё? Да ничего, в салон не попадешь никак. Центральный замок теперь наебнулся. В машину же как-то надо садиться. Яички взял. Ольга дала. Яичек попьем. Светлану не видел? Видал. Была? Ага. Чего говорит? Домой поехала. В 11, говорит, дома должна быть. Говорит. Так же нельзя, Сань. Я понимаю. Рядом с домом, друзья. Владимир Иванович здесь ходит. Ну чё ты, Владимир Иванович? Рублей 200 дашь? Нету пока с собой ничего. Ни карты нету, ни машины, ты видишь, я лысый. Ладно, пошел я домой. Пошел домой. Вот купить. Ага. А? Угу. С кем? Один. Вот так вот, друзья. Как есть, так и показываем. И так бывает. Я приду в гости сейчас, Владимир Иванович. Слышь, что ли? Эй! Я говорю, приду сейчас в гости. Давай. Друзья, ну что, пальчики вверх. Подписывайтесь. Пишите, кто с какого города. Всем приятно. Буду удивлен. Пойду схожу сейчас к деду в гости. Может, прямой эфир включу. Машина пока все равно на ремонте. Канал у меня один-единственный, вот этот. Гордей Иванович. 65 тысяч с лишним уже подписчиков. Все остальные фейки, друзья. Всем добра и мира. Христос воскресе!